Всем привет! Привет, друзья! Сегодня мы покажем вам очень крутые гонки, новенькие, свеженькие. Кстати, любите играть в какие-то игровые гоночные симуляторы? Мы с папой очень любим. Да, мы с Даником любим погонять как следует. Сегодня особенный обзор, потому что мы показываем игру, которая вышла буквально недавно. Она называется «Автомобилиста 2». Это очень крутой гоночный симулятор, довольно сложный. Управление не для зеленых новичков. Итак, эта игра рассчитана на руль и педали. Да, в первую очередь она заточена, так как это все-таки симулятор, он заточен на руль и педали. На руль и педали. Но в основном у всех, конечно же, клавиатуры. Да. Поэтому мы решили попробовать, чтобы понять, а можно ли на этой игре, в эту игру играть на клавиатуре. И я вам скажу, можно. И даже нужно. Значит, касательно машин, какие они здесь есть? От самых современных, топовых машин, ну, как, к примеру, вот такая, да? Да. Значит, можно выбирать болиды, да? Формула-1. Из Формулы 1, пожалуйста, какие угодно. Значит, можно выбирать ретро-автомобили. Картинги. Вот такие. Очень-очень старые. Можно гонять на картингах, да? Да. На разных. Если заезжаешь на траву, то они как газонокосилки. Точно, похоже. Есть что-то вообще с газонокосилкой. Еще бы прицепить такие большие ножницы, то точно будет газонокосилка. Можно даже, можно вот на таких вообще супер крутых. Давай выберем синюю. Значит, давай, можно даже ездить на тягачах, на грузовых тягачах, представляете? Ну, вначале мы вот выберем вот эту. Да. Это папина любимая машина. Я на ней уже пробовал ездить, знаю, что машина классная. Так, пока мы загружаемся, что хотелось бы еще сказать. Спектр настроек очень большой. Можно выбирать количество кругов, количество соперников. Можно... Значит, строгость правил. Mm-hmm. То есть, допустим, там, значит, дисквалификация там, за те или иные нарушения. Ну, конечно же, вид можно менять на свой вкус. Пожалуйста, как угодно. Ну, как стандартно, да? Мне больше нравится вот так. Ну, давай пока с обычной машинкой поездим, да? Ездить нужно, друзья, очень аккуратно. Да. Стараться не выезжать на, потом, ну, не выезжать на обочины, потому что это чревато проигрышем. Сразу практически. Да, я иногда не смог управление взять на себя. Там меня подбили немножко. Я упал в щебенку. И упал в текстуры. Да. Так, ну, значит... Надо быть начеку, смотреть на заднее стекло, смотреть вперед. Да, заднее зеркало, кстати, оно очень помогает не пропускать своих соперников. Да, ну, я думаю, те, кто играет в гонки, они это прекрасно знают. Также, значит, карта, которую мы видим в верхнем правом углу, помогает... заранее увидеть опасные, скоро будет поворот, крутые повороты, перед которыми нужно сбрасывать скорость. Особенно, если ты участвуешь в Формуле 1. Там машина разгоняется буквально за несколько секунд до 250, даже 300 километров. И поэтому предусматривать крутые повороты там просто архиважно. Значит, ой-ой-ой, аккуратно. Я буду папиным штурманом. Так, мы сейчас пока идем пятыми. Нам нужно уже... Мы должны быть первыми. Нам нужно опережать. Здесь, кстати, нужно смотреть за бензином. Да, потому что 6 литров это... Ой-ой-ой-ой-ой. Это на самом деле мало. Попробуем немножко срезать. Да. Я надеюсь, нас за это не дисквалифицируют. Мы, по-моему, убрали это правило. Или нет? Точно не помню. Вроде бы да. Да. Обычно за срез трассы дисквалификация. Но у нас обзор. У нас не международное соревнование за огромный приз, поэтому мы можем немножко побаловаться. Так, давай попробуем поменять вид. Папа очень любит срезать. Ну, я думаю, все новички любят срезать трассы. Ты такая уж слабость у новичков. Так, 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 аккуратно, аккуратно, аккуратно. Вот такой вид тоже классный, да? Тебе нравится? Несколько стекол. У нас аж 4 задних стекла. Вид из салона, да? Максимальная реалистичность. Так. Поворот. Подвинься, дружище. Сегодня... Не твой день. Сегодня победителями, наверное, будем мы. Но раньше времени...
Да, у нас остался последний. Мы вроде бы... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, вот эта ошибка была роковой. Вот, кстати, о чем я говорил, друзья, что нужно... Так, сейчас нас кто-то тронется. Съезжать с трассы нужно... Не нужно этого делать, да, вообще. Ну, можно съезжать, когда ты срезаешь. Вот, поворот. Ой-ой-ой, пока менял вид, немножко наделал делов. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, ничего, ничего, ничего. Мы не будем отчаиваться. Я просто хочу показать вам разные возможности, поэтому немножко отвлекаюсь. Бам. Всех сбиваем. Так. Ой, нас дисквалифицировали. А за что нас дисквалифицировали? За то, что мы конус били. И за то, что мы заехали не на ту. А, нельзя было заезжать. Ну, видите, здесь все по-серьезному. В общем, строгие правила и все такое. Да. Так, ну что, давай попробуем выбрать другую машину, да? Да. А давай выберем какую-то интересную машину, красивую. Давай, да. Давай. Я хочу выбрать, можно? Конечно, конечно. Да. Так, вот здесь нажимай сюда. Да. Мы нашли одну трассу, что папа там постоянно на таком резком повороте всегда ломал свою машину. Тут есть даже такая настройка. Есть действительно. Да, кстати, повреждения, все тоже настраивается без проблем вообще. Значит, так, да. Приготовились. Ого. Ух ты, какая тачка. Класс. Я же говорил, интересная машина. Пума. Ой-ой-ой. Слушай, тут трасса такая, нужно за ней глаз да глаз. Да. Ну, я вам скажу так, смотрите, да. Настройки мы поставили самые простые по соперникам на данный момент, потому что, ну, для того, чтобы делать обзор для вас, это было бы очень тяжело делать, если бы выставили мы настройки на самый сложный уровень, конечно же. Поэтому у нас довольно-таки простой уровень стоит, один из самых простых. Вот, но если поставить настройки сложности соперников на максималку, там, конечно, с ними конкурировать очень тяжело. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой, давай придется срезать. Ну ничего. Нас не дисквалифицируют. Будем на это надеяться. Да, потому что папа убрал эту настройку. В прошлый раз нас, кстати, дисквалифицировали за то, что мы съехали с трассы. Не, за то, что мы, по-моему, сбили конус. Да? Да. Давай так, немножко поездим. Так, у нас... О, уже второй. Previous lap. Ой-ой-ой-ой, что это за место? Непонятно. Так, ой-ой-ой, что-то я куда-то не туда заехал, да? Куда? А, туда надо ехать. Вот, вот это мы заехали. Да, мы были почти первыми. Ничего. Да. Поэтому... Ну ничего, наша пума догонит. Ну, по крайней мере, других пум. Могу уверять, что последними мы точно не финишируем. Я надеюсь на это, по крайней мере. Да. Ну, финиш уже близко достаточно. Еще полкарты проехать и будет нормально. Так. Вот бы хотелось бы, чтобы было какое-то супер турбо. Мы бы сейчас их бы всех догнали. Оп. Легким движением руки мы выходим... Пятыми. Пятыми, да? Да, но хотелось бы хотя бы третьими. Вот опять третьими. Немножко засмотрелся. Да. Замечтался за первое место. Так, нет. Не пущу, говорю. Не пройдет. Какой наглец, ты посмотри. Но все-таки прошел. Ты посмотри на него, как он жаждет победы. Но мы его догоним. У него, по-моему, бензин закончился. Да? У нас, кстати, тоже остался 1 литр. 1,5 литра, да? Чуть-чуть, чуть меньше, чем 1,5 литра. Мы должны доехать. Сильно не разгоняйся. Если я не буду разгоняться, то я их вряд ли смогу догнать, Даник. Поэтому... Или хотя бы останешься без бензина. Вроде бы, вот единственное, что я не понимаю в этой игре, вот почему ты проезжаешь необходимое количество кругов, там 2, да? Но почему ты финиши? Нет. Давай. Ой-ой-ой. Вот, значит, что плохо в этой машине Puma, да? У нее тормоза не очень хорошие. Да. Но она очень
очень красиво. Есть модели, которые тормозят, ну, прям очень круто. А эта машина так, хоть тормозит плавно, поэтому нужно делать это заранее. Да. Ну что, мы едем какими? Шестые. У нас три. Теперь мы пятые. Стоп. Мы же проехали финиш. Что такое? У меня такое впечатление, что мы уже финишировали. Это мы просто... Да, мы финишировали. А, все. То есть это просто мы сейчас катаемся, да, грубо говоря? Финишировали мы шестыми. Да. Ладно, хорошо. Ну что, тогда, если мы финишировали шестыми... Давай выберем еще раз какую-то машинку. Здесь можно делать restart session, да, то есть, ну, начинать заново ту гонку, в которой ты участвуешь. Я думаю, эта функция особенно пригодится новичкам. Значит, я предлагаю попробовать Формулу-1. Давай? Давай. Это самое, я думаю, это одна из самых сложных дисциплин, то есть в ней, конечно... Да, я пытался ездить на форму. О, давай вот эту вот. Так, смотри, давай возьмем вот эту. Розовенькую. Розовенькую, окей. Она такая яркая и красивая. Хорошо, давай. Смотри, еще какие цвета есть. Мне розовенький больше нравится. Вот этот? Да. Хорошо. Он такой веселенький, яркий, да? Яркий, да. Так, давай возьмем другую трассу. Он проигравшим напоминает. Вот эту возьмем. Что не надо грустить. Итак, Формула-1. Что главное не победа, а главное... Участие. Правильно. Золотые слова, мальчик мой. Да. Я не очень люблю эту игру из-за того минуса, который мы на прошлой гонке есть. Это мы проезжаем определенное количество и нам не дают никаких призов. Участвовать в Формуле 1, конечно, это не конфетки кушать, это посерьезнее. Здесь одна ошибка, и, можно сказать, ты уже здесь не участник. Ты выбываешь, потому что здесь настолько они быстро уходят от тебя, что... Слышите, ребята, какой звук? Едем 250, Дани, и тормозим. Я папин штурман. Да. Так, поворот, сбрасываю скорость опять. Ну что, попробуем их догнать, да? Да. Если получится. Прямая трасса, ты не получится. Сбрасывай скорость. Молодец. Ну что, круто? Да. Так. Прямая трасса, разгоняйся. У нас... Пит-стоп рядом, поворот. Как же нам их догнать, этих? Не разгоняйся слишком сильно, а то улетишь. Да, держит игра в напряжении. Да. Поворот. Ничего не скажешь. Поворот. Резкий поворот. Понял. Стараюсь. Да. Пока держу все под контролем, Даник. Со штурманом очень легко играть. Ну, не очень легко. 250 идем. Поворот. Сбрасывай. Вот здесь тормоза у этого болида просто великолепные. Да. Да. Так. Что-то мне сердце подсказывало, что он просто идеальный. Хороший болид. Да. Так, я слежу. Поворот, сбрасывай скорость. Не то, что пума. Я так надеялся на пуму, а она... А она подкачала, да? Да. Так, сбрасывай скорость и вписывайся в трассу. Ну уже, у меня такое ощущение, что мы уже проехали два круга, да? Мы просто специально выставили, ребята, два круга, ну, чтобы по-быстрому проезжать, чтобы, так сказать, максимально побольше вам разных машин показать. Да. Можно себе там хоть и 20 кругов поставить и кататься. Да. Но 20 кругов для нас это как для 13-го обогнать
первого. Ох, стрико, классный вид. Да. На пит-стоп. Так. Ну что? Кстати, где наша команда? Не знаю. Ты не знаешь? Сейчас подойдет. Кто нам поменяет шины? Ну, кто? Кто будет? Кто будет нашими мастерами? Ладно, поедем так. Не знаю, тут надо как-то разбираться, как... Эх. Все, дисквалификация за то, что не поменял... А, за wrong way. За неправильный путь. Да. Значит, ну что? Я думаю, можно еще попробовать... Давай попробуем... Я опять хочу выбрать машину. Я хочу найти свою самую любимую. Знаешь, какую я хотела бы попробовать? Есть там одна машина? Сейчас. Кстати, мы картинги показывали? Нет. Нет, не показывали. Давай покажем. Картинги, они очень смешные. Они когда уезжают на травичку, они как газонокосилки. Так. Да, приделайте ножницы и точно газонокосилка. Так, картинги. Вот этот. Вот этот? Окей, да. Хорошо. Все. Пробуем. Давай трассу выберем какую-то. Да. Давай выберем. Ничего. Посложнее какую-то, да, вот эту? Это банан. Да, банан. Трасса банан. Давай вот эту. Давай. Загружаемся. Да. Кстати, на картингах тоже очень интересно. Я пробовал разок другой. Да. Не так динамично, как на... Формула 1. Как на формуле, но тоже довольно-таки круто. И сейчас вы в этом убедитесь. Да. Кстати, друзья, напишите нам в комментариях, какие ваши самые любимые гонки. Да. Возможно, вы можете что-то крутое посоветовать. Да. Я могу точно сказать, что я когда-то играл в игру Dirt 2 Colin McRae Rally 2. Ничего себе название. Ну, она короткое название, это Dirt 2. Игра просто великолепная. Так да. Что советую вам. Ребята, я сделаю небольшой спойлер. Скоро выйдет четвертая часть Scrap Mechanica. Да, мы там построим кукбот. Наконец-то, ребята. Да, наконец-то Даник там уже собрал все необходимые ингредиенты, так сказать. Это было очень тяжело, ребята. Мне пришлось зачищать базу, ну не базу роботов злых, небольшую базу. Там, где синие роботы. Так. Да. Ой-ой-ой, что же вы делаете, ребятки? Ладно. Пока, ребята, вы пока там занимаетесь боксом. Так, нас уже пытаются обогнать. Так, мы какие мы идем девятыми. Угу. Верно, не девятыми. Или девятыми. Девятый, да. Да. Ну, картинги очень круто держат трассу. Да, давайте собьем его. Не нужно. Нам надо догонять. Смотри, как он нас технично, да? Да, сбил. Все. На загрузку. Газонокосилка. Слушай, как он нас технично убрал с трассы. Молодец. Давай попробуем сделать вот restart session. Итак, попробуем выиграть. Да. Значит, это будет непросто. Самое главное не сбивать конусы и не заезжать за них. Не сбивать знаки Реза, вот эти вот, которые стоят здесь. Восьмой. Пока восьмой. Да, но его желтый картинг тоже хочет обогнать. И синий заодно. Так, мы не будем пропускать. Ой-ой-ой-ой. Ух ты, вот это да. Это было опасно. Да. Согласен с тобой, папа. Ой-ой-ой-ой-ой. Газонокосилка в действии.
Ладно, победы нам уже не видать, да. Но, по крайней мере... Повеселимся. По крайней мере, пострижем газоны. Да. Ой-ой-ой. Итак, друзья, вот такие вот крутые гонки Автомобилиста 2. Сегодня мы хотели вам показать. Уверена, что они вам понравились. Я вам передаю огромное спасибо за ваши комментарии. И обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. И впереди вас ждут еще очень много крутых обзоров на самые классные гонки. Да, и игры разные. Разные симуляторы выживания, копалки, гонки. В общем, на... Все, что можно. На много чего интересного. Всем до новых встреч. Пока. Пока-пока, ребята.